православная школа «Логос» при Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова приглашает всех желающих стать слушателями лектория, который теперь проходит в дистанционном формате. Занятия в школе помогают глубже узнать православие, библейскую историю и христианскую антропологию, получить представление о взглядах на мир и человека в других религиях. Ведущий. Кандидат физико-математических наук. Магистр теологии Алексей Клецов. По понедельникам и пятницам в группе школы в социальной сети ВКонтакте будет выкладываться информация по очередной теме. Желающие смогут оставить свои комментарии и вопросы.